Каждый сезон большинство дачников вынуждены бороться с полчищами вредителей, стремящихся уничтожить новый урожай. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем о том, как с помощью натуральных средств можно избавиться от насекомых, угрожающих капусте. Многие садоводы давно сделали свой выбор в пользу народных рецептов различных удобрений, так как они органичны, безопасны и по своей эффективности не уступают промышленным химическим препаратам. Чтобы защитить капустные кусты, можно использовать эфирные масла. Эти производные растений обладают резкими запахами, а как нам известно, большинство насекомых имеют острое обоняние, гораздо лучше, чем у человека, поэтому они очень бурно реагируют на пахучие вещества. Таким образом, эфирные масла способны отпугнуть вредителей и надолго избавить от них ваш огород. К тому же эти продукты обладают дезинфицирующими свойствами, что помогает растениям противостоять некоторым болезням. От жестка крылых будет эффективно лавандовое масло. Против листогрызущих можно использовать хвойное, а от белокрылки и тли поможет масло гвоздики. Раствор для опрыскивания готовится следующим образом. Пол чайной ложки эфирного масла разводят в ведре воды, добавляют 50 граммов хозяйственного мыла и все тщательно перемешивают. Масло замаскирует запах капусты, а мыло выступит в качестве эмульгатора. Помните о том, что подобные обработки проводят в вечернее время на сухие листья около 4 раз за сезон. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.